Всем привет, вы на канале Zelimax Games, друзья, и мы продолжаем с вами играть Days Gone, жизнь после. Предыдущая серия была на том, что мы, точнее, была стыковка очень большая здесь, в лагере Железного Майка. А упокоители много кого убивали, также мы кого-то из них убивали, но о, в итоге... Боже, Дикон, я слышала, что это ты включил освещение. О, спасибо. Да? Ну так тебе набрали. Это все Рики, как бы... ее и благодарим. Мы вроде бы остановили, Рики? Да, нашествие. Я готова ее расцеловать. Но теперь у нас есть задание пойти разобраться, да, с Карлосом. Вот это дело. Или вот что-то так. В этом роде. Ладно. Так, ладно. Давай посмотрим, что у нас по заданиям есть. Так, по заданию. Как тебе новые хоромы сопроводить Шиза в лагерь Lost Lake? В Lost Lake? Забота о безопасности приготовится к штурму комплекса упокоителей. Да-да-да. Так, охотник на зараженных, Берли Лейк, Lost Lake. Ладно, давай выберем сначала вот выбрать... Задание, да, с Шиза пообщаемся. Эй, заходи почаще. С этим засранцем, как у него там новые апартаменты. Все-таки он сейчас, ну, скажем так. В каком-то здании закрытый. Как в тюрьме. Все-таки он предал меня. Так, и, кстати, у нас закончилось как-то летом, а сейчас что-то я зашел, уже зима. Это подозрительно, но ладно уже. Так, вот здесь он, да? Я могу помочь? Че, вы не пропускаете? Привет, Шиза. Как поживаешь? Как тебе новые хоромы? Дик! Дик! Брат, давай поговорим! Ты знаешь, зачем я это сделал? Во-первых, я тебе не брат. И да, я знаю, зачем ты это сделал. Дик, послушай, черт! Сам знаешь, ничего личного. Просто по-другому было никак. Поговори с Майком. Скажи ему. Скажи, я просто хотел спасти лагерь. Все только ради этого. О, я с ним поговорю. Как только тебя признают виновным, я попрошу его отдать тебя мне. Как наступит полночь, мы с Бухарем свяжем тебя. Положим посреди шоссе и будем ждать Орду. Дик! Брат, послушай меня! Интересно, каково это, когда тебя рвут на части? Жрут заживо. Дик, я просто хотел остановить Карлоса, упокоителей и защитить лагерь. Нам же без него не выжить! Знаешь что? Мы все равно так сделаем, даже если тебя оправдают. Бывай, Шизо. Так, задание выполнено. Пообщались. Дик! Дик! Да послушай ты меня, Дик! Прости, брат! Прости! Я не хотел, просто меня вынудили! Я не думал, что так все получится! Дик! Послушай меня! Дик! Жестоко. Так, что у нас тут по заданию? Найти огнепроводные шнуры в хижине Шиза. И это у нас что такое? Приготовиться к штурму упокоителей. Ну да, 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 да. Блин, здание, конечно, уникальное. Ладненько, давай сейчас быстренько найдем провода, да? Кстати, забрать шнур. Это здесь. Логово Шиза. Посмотрим, что у тебя припасено, старина. Окончил с отличием? Что? Так и знал, что никакой он не бандит. И как я поверил этому козлу? Ага. Ему уже не понадобится.
Так. Снайперская винтовка взялась вместо пулемета. Ну, блин, это тоже не вариант. В моем списке врагов будет только одно имя. Твою. Маленько выходим. Так, ну чё, попробуем сегодня, конечно, к упокоителям, да, сходите, посмотрим, что там будет, какая будет развязка. Ну, чисто будет очень жестко. Все-таки снайперская винтовка не просто так дана была. Это к себе и никому не попасться. Что тут у нас? Так, отнеси взрывчатку свою хижину. Хижина наша вот здесь, да? Так, блин, как не попасться, если все видят? Так, давай сейчас быстренько тогда. В оружейный шкаф я загляну. Так. Короче, есть один минус. Да, вот у нас был пулемет. Но так как я еще не достиг доверия третьего Гутакер, да, это, скажем так, второй лагерь, где я был с самого начала. Пулемет у меня пропал. Круто. Просто зашибись. Ну да. Это арбалеты. Ну, черт. Блин, я не уверен, что это хорошая, конечно, вещь. Вы всегда были близки. Действительно, как брат и сестра. Так, а это у нас что? Так, встретиться с Эдди. Давайте встретимся с Эдди. Надо зайти к Эдди. Руку за... Я больше не могу. Эй, ты чего? Что на тебя нашло? Да я вообще ветеринар, ты понял? Я училась лечить коров, лошадей и прочих копытных. Это что, похоже на копыта? Эдди? Нет, ты видел, что стало с Бухарем? Я так уже не могу. Тут всегда Эдди. Столько раненых. Эдди. И столько умирает. Эдди. Дикон, я не врач для людей. Ну да, и мне похер. Другого все равно нет. Так значит, Эдди не врач, а? Ну и что, что ты не врач? Ты спасла жизнь Бухарю. А это все-таки что-то значит. Так. Блин, я хотел патроны на винтовку купить. Черт. Вернулся в свою хижину. Давайте вернемся.
Кстати, а что у них здесь? Покидайте район задания. Блин. А, Дик, я пошла глянуть на взрывчатку. Мало ли, вдруг упокоители сопрут, а потом пошла к Шиза глянуть на шнуры, а надо было сразу сюда, время не терять. Проваливай, Рики. Собрался пещеру взрывать, так я помогу. Я был пацаном, когда отец нашел под сараем крысиную нору. И знаешь, что он сделал? Не представляю. Дождался утра, чтобы они уснули, закрыл дыру фанеркой и велел тащить садовый шланг. И сказал мне, как сейчас помню, лучший способ убить крыс в норе – утопить их. Ты хочешь взорвать резервуар над лагерем? Да, все так. Дикон, нельзя. Я помогу ему покоиться с миром. Дикон, нельзя так делать. Почему? Из-за Майка? И вашего сраного перемирия? Шиза и удавить готов, но в одном он прав. Карлос не отступит, люди его не отступят. И ты это знаешь. У тебя не личный мотив? Еще какой личный? Ясно. Бухарь, я иду к воротам. Ты готов? Да я уже тебя жду. Ладно, сейчас буду. Так, блин, патроны я могу сейчас купить или нет? Да чтоб меня. Блин, у меня патронов нету, блин. Крутая пушка. О, да. Подарочек от Шиза. Будешь возвращать, позови меня. Я тебя позову. Шиза, вот ты тварь! И как мы поступим с этим гадом? Мы же не допустим, чтобы Майк правду устроил суд. Чё? Нет, не допустим! Ну так какой план? Я эти места хорошо знаю. Сара. Так, это куда? Это. Работала в лаборатории к югу от Iron Butte. Я раньше ездил туда. Забирал ее на обед. На этих дорогах я учил ее водить байк. Джесси! Карлос! Как он там себя теперь называет? Он обосновался в гольф-клубе. В юг от клуба располагается водохранилище Crescent Lake. Мы с тобой взорвем эту плотину. Вода хлынет вниз, и они все захлебнутся, как крысы. Погоди, но клуб же вроде на холме. Да, да, ему скорее всего ничего не будет. Зато все остальное их логово смоет. И Джесси потеряет большую часть своих людей. Если Джесси останется жив, мы застанем его врасплох. Именно. Идея так себе. Теперь, конечно, надо только придумать, как незаметно пробраться в долину, да? Ничего, доедем! Только держись крепче! Это очень весело. Так, пулемета нету, блин. Если сейчас там еще и будет какая-то орда появится, я тогда вообще не знаю, как нам быть. Тихо. Это туннель. Ящик взрывающий. Стоять? Не понял. Что это было? Подожди, это кто-то стрелял. Так, давай сначала быстренько сейчас здесь все посмотрим. Вот.
что-то есть. Так, это когда-то здесь было гнездо, я его спалил. Да-да-да-да. То есть тут нечего, что нам искать. О чем я говорю. Ладно, неужели? Давай садись, поехали. Ты будешь бежать. Так, это значит здесь упокоители, да? Упокоители. Вижу! Упокоители. Видали, что вы сделали с моей рукой? Не ответить! Черт! Не останавливаться! Держать! Он мать! Перезарядить. Да ты куда побежал, блин, дочь? Да, за ним! Я ранен! Блин, а как же байк? Быстро! Укрытие! Я свободен! Кипелов, что ли, я свободен. Ты как? Бывало и лучше. Ладно, пошли. Пора закругляться. Давай. Я прикрою. Так, ну все, давай быстренько возвращаемся. Да. Хотя смотри, снайперская винтовка, да? Добавляются патроны чуть-чуть. А ну. О-о-о. Слушай, с приближением есть. Это вещь. Кстати, и глушитель, да, можно поставить. Слушай, так это вроде бы может быть даже неплохо. Да, снайперские патроны попадаются. Если все сработает по плану, да, будет взрыв плотины, ну, блин, это будет самая, наверное, классная серия.
Отсюда надо двигаться на юг! Я за тобой! Так, мне это кажется, или... Это блокпост Нео? Стоять. Слушай, да, это блокпост Нео. Черт, а можно как-то еще индикатор взять? Давай посмотрим. Если сейчас будет шанс еще прокачаться, то почему бы нет? Посмотрим по проводам, куда они идут. Ага, вот видишь. Так, идет сюда, потом туда, там я уничтожил. Я это монтирую. Готово. Ага, вот еще один. Нет тока, ну конечно. А, нету тока. Так, ну конечно, сейчас посмотрим. Отсюда, туда, туда. Ага, вот еще один сверху, смотри. Так, генератор наносится, вот он, да? Так, мне нужна канистра. Заперто. Где мне ее найти? Лом. Я, в принципе, сейчас заправлю, я зайду. Просто здесь не показано, что... Да, вот блокпост Нера есть, но он есть. Так, а где? Где мне взять канистру? Может быть, мне хотят сказать, что это не сейчас, да? Может, чуть попозже я должен сюда прийти? Нет, 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 есть канистра, есть. Топливо. Все, пошли. В принципе, все громкоговорители я уничтожил, то есть неприятностей сейчас не будет никаких. Заправляем. Что надо? Порядок.
сломан. Что? Как сломан? А ты ну-ка. Зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Это всегда хорошо. Готово. Черт! Давай, открывай. Не выйдет. Как не выйдет? Подожди, ну ток же ж есть. В смысле не идет? Как не идет? Я ток включил, все, алло. Так не откроешь. Обалдеть, а что такое? Заперто. Заперто. Короче, просто жесть. Я нашел блокпост Нера, я все включил, я зарядил его, но при этом почему-то ничего не идет. Ну, работает? Работает. Во, гля, зашло. Только бы не оказалось, что я зря старался. Так, а что у нас здесь есть? Передвижение медпункта. Тут ничего. Вот он. Вот он, родимый гендер. Хорошо. Так, значит, на чем мы качнем? В принципе, блин, надо, конечно, все качать. И здоровье, сил, запас сил и концентрацию. Давай качнем запас сил. Так, логика железного мага еще увеличивается доверие. Да, хорошо пошло. Кстати, а голосовой записи нету здесь? Что ты делаешь? Еще трофеи. Не, ну тут ничего нету. Ладно, поехали дальше все-таки. В смысле? А где он? А, вот он. Блин, Бухари уничтожает. Блин, нам пора ехать, куда ты бежишь. Да, так тебе. Кстати, это было как у меня. Так, ну ты идешь. Садись, поехали, давай. Блин, нас плотина ждет. Конечно, место интересное. И везде хочется зайти.
Ну что, легко не будет? Не. Так, вот она. Так, а ты что делаешь? Ну, я сейчас прихвачу туда этот рюкзачок. Я очень вежливо и аккуратно взорву там все нахер. Бухарь. Ну, а ты будь здесь и прикрывай меня, пока я устанавливаю заряды. О, ты долбанулся? Да я справлюсь. В перестрелках я не силен, но взрывчатку-то я заложил. Я умею работать со взрывчаткой. Афганистан прошел и точно знаю, куда ее ставить. Чудно. Вот и подскажешь мне, чё куда. Ты готов? Да. Погнали. Черт, я его должен прикрывать. Блин, это плохая идея. Я буду на этой вышке. С нее просматривается вся плотина. Подожду здесь, пока ты поднимешься. Так, патронов, я думаю, там будет достаточно. Хорошо. Ты готов? Я пошел. Давай, быстро и незаметно. Понял, брат. Бухарь! А, ладно, иди, иди. Черт. Видишь мостки, которые наверху плотины? Понял. Ну ладно, я пошел. Так, ставлю первый заряд. Готово. Перехожу к следующему. Молодец, Бухарик, так держать. Там. Я закладываю второй заряд. Готово. И куда он пошел? Дик. Вижу их. Я прикрою. Почему он не возвращается за такую же самую дорогу назад? Упокоители идут. Я разберусь. Ух ты, блин. Убери их! Ну откуда они все лезут? Вижу! Где ставить следующий заряд? На большую трубу у основания плотины. Это напорный водовод. Хорошо. Иду туда. Так он, если потом уходит. Третий заряд. Я на месте. Ты шевелись там. А ты сам попробуй одной рукой и ножом. Зачем? Рука нож — это круто. Я даже немного завидую. Занят. Уберешь их? Да-да. Упокоиться! Дик! Упокоители! Господи, сейчас! Понеслось! Слушай, от тебя там немного требуется. Я стараюсь, Бухарь. Но их тут, понимаешь, много. Четвертый заряд. Ну что, я все заряды заложил. Беги, Бухарь!
Быстрее, я не могу! Давай! Давай! Оу! Вот это жесть! Охренеть! Ты как, цел? Да. Вроде бы, да. Погоди-ка, а где моя? Каждый раз смешно, да? Пойдем за Джесси. Так, проехать к комплексу упокоительного. Это куда? Я думал, мы должны вернуться. Да, слушай, брат, ты молодец! Круто все сделал! Да? А по-моему, я пару раз чуть не сдох. Ты уж извини. О чем ты говоришь? Я такого драйва не испытывал с тех пор, как... Ах, черт. Помнишь, как нас обложила Орда в Тумала? Мы еще не закончили. Как думаешь, сколько мы убили? Не знаю. И они сами напросились. Да, сами напросились. Как и все мы. Ну что, дальше придется пешком. Может, останешься? Посторожишь байк от всяких бродячих упокоителей? Нет, байк меня сейчас мало колышет. Вот уж нахер. В этом виноват Джесси. Он хотел расплаты. Ну, будет ему расплата. Ну, теперь пошли в гольф-клуб. Хорошо. Показывай дорогу. Господи. Вот так же, наверное, было после всемирного потопа. Ливануло и смыло всех грешников. Да, только в этот раз Господь Бог ни при чем. Ну, ты меня понял. Черт, упокоители! Как они живые-то остались? Это ненадолго. Это мы еще исправим. Дик! Слева! Слева! Да-да, сейчас! Я за тебя! Да, молодец! Ну, подходи, давай! Где же путь? Нет, нет! Он свободен! Yeah.
Молодец! Ну, подходи, давай! Вот так. Громила! Долбанный Громила! Да, это Громила. Эй! Иди сюда, скотина! Так, вот чё. Идите сюда, твари! Давайте! Готов искать Джесси? О, да. Надо довести дело до конца. Эти еще более угашенные, чем обычно. Небось, занюхнули сразу все, что у них там оставалось из наркоты. Туда тебе лезть не стоит. Черт. Сюда. Черт. Я тебя подсажу. Ладно, слушай. Если со мной что случится, недалеко отсюда трамвай. Нет, это ты слушай. Там наверху не Карлос, не отец психов-упокоителей. Там чертов Джесси Уильямсон. Подонок и вонючий жалкий говнюк, который получил по заслугам. Понял? Так что иди туда и завали эту паскуду. Покориться, брат! Пора покориться! Дикон Сэнджо покорился смиренному Джесси Уильямсону! Покориться! Ты помнишь, как все было? Вы с Бухарем держали меня, а Джек срыгал мне кожу на спине! Память! Я вижу! Что происходит, что? Теперь мне виден путь. Да, мне тоже.
Покойся с миром, Джесси. Все? Да. Да, все. И без тебя бы не вышло. Да. Приятно снова побродить по Одищу. Но я так скажу. Махать лопатой и полоть грядки тоже, в общем-то, неплохие занятия. Но Джесси нет. Сколько их осталось? В смысле тех, кого мы знали? Никого. Никого не осталось. Черт, я... Мне жаль, старик. Да. Мне тоже. Пошли. Пора сматываться. Да, да. С тобой, в общем, уже пару лет не общались. Просто я думал, что раз с тобой там моя Элизабет, нет смысла мне лишний раз тебе по ушам ездить. А потом, когда начался этот ад на земле, я решил, что тебя нет. Или тебе насрать. Извини за грубость. Вот потому я и пришел. Я ж до сих пор не знаю. Надеюсь, ты есть. Надеюсь, есть высшая цель для всего этого дерьма. Вот и все. Мы с тобой еще поговорим. О, аминь. Дик? А, да, Рики сказала, что ты можешь быть здесь. О! Ну, у меня просто колени больные. Поэтому я столько лет не молился. Я не из тех, кто ходит в церковь. Даже после того, что пережил в Кэмп Шермане. Но теперь, после всего этого, я подумал, что, может быть, уже и пора. У меня не было выбора, Майк. О, у нас у всех есть выбор, Дик, пока мы не умрем. Мы или они? Да всегда мы или они. Всегда. Почему все катится к черту? Просто надо понять, что мы — это каждый живой человек, кроме тех, кто ходит в засранных штанах и жрет людей. Нет, ты знаешь, нравится тебе или нет, но таков наш мир. Да, что делать? Молитвами его не изменишь. Ты можешь мечтать о другом мире, но это будут просто мечты. Мечты тут вообще ни при чем. Мы сами творим этот мир своими поступками. Все мы. Я его отпустил. Шиза. Честного суда все равно бы не вышло. Ты его отпустил? Велел ехать и не возвращаться.
Господи, Майк, ты хоть понимаешь, что ты натворил? Да. Предотвратил убийство. И знаешь что? Мне от этого легче. Так, я не против, задание выполнено. Логи железного Майка. О, кстати, неплохо так дверь и так поднялось. Забота безопасности. Доступно. Наклейки. Угу. Так, доступно новое задание. Что у нас здесь? Воспоминание заехать за Сарой в обеденный перерыв. А, блин, еще какое-то сюжетное задание. Так, а что у нас там осталось вообще по сюжеткам? Охотник на зараженных, конец света, и я помню, да-да-да. Ладненько, пошли тогда, заедем за Сарой, да? Кстати, где... моя винтовка. Что-то я ее не вижу. Вообще в упор. Неужели он ее где-то потерял? Блин, это будет обидно. Она, конечно, неэффективная, да, но с дальних расстояний уничтожать кого-то очень неплохо. Как поживать? Эй! Я слышала. Понимаешь, о чем? Ну, о том, что ты для нас сделал, как ты всех упокоителей. Я знаю, что тебе пришлось. В смысле, ну как еще их можно было остановить? Да никак. Да. Слушай, Блэр, мне пришлось это сделать, но я этим не горжусь, понимаешь? Это мы же, понимаешь, они наступали. Да, да, понимаю. Не нужно передо мной оправдываться. Я была тут, когда они напали, помнишь? Эй, я был Дик, в классе. Береги когда... себя. Ты бы... Нет, вот это сцепление. Слушай, да знаю я, где сцепление. Я не поняла, тебя учить или нет? Да, но про сцепление я знаю. Ну ладно, хорошо. Тогда давай сама пробуй. Ладно. Эй, эй, эй! Слышь, здесь не паркуются! Да я приехал за своей... Это частная территория! Давай, короче, дуй отсюда! Ну? Ладно. Быстрей! Ага! Вообще-то, знаешь что? Я, пожалуй, здесь подожду. Честно, постараюсь не мешать тебе работать пугалом. Это офицер Мур. Пришлите ребят к воротам. Слышь, придурок, это запретная зона. Сказал же, вали отсюда. А, короче. Эй, ты, а ну стоять! Я сказал, уезжай. Я пытаюсь донести. Я а приехал ты, за... Читать не умеешь? Вот, блин, ты смотри, а я не заметил. Я имею право применить оружие. Да? Ну, спасибо, что предупредил. Ты мудрый! Эй, 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 что происходит? А, простите, мисс Уитакер, вы знаете Джим. Этого козла? Да, он со мной, он... Он со мной. Простите, мэм, я не знал. Все в порядке, честно, я извиняюсь. Ч-ч-ч-ч. И кстати, Джим. Дикон. Это не я с ней, это она со мной. Не свались. Почему ты все время так делаешь? Как? Ведешь себя как козел. Слушай, он первый начал. Тебе что, 5 лет? Аккуратней переключай. Надо давать достаточно топлива. Повышай обороты. Я поняла. Да, я слышу. Куда мы едем? К плотине.
Приятная спокойная дорога, да? Но никогда ты за рулем. На сегодня все в силе? Ты говорил, можешь быть занят. А черт, да! Бухарь с парнями хотят сгонять в окружную тюрьму, навестить Джека. То есть ты меня продинамишь, чтобы повидать какого-то уголовника? Он не какой-то уголовник. Я знаю, знаю. Я пошутила. Господи, ну почему каждый раз, как я сяду на твой байк, нас норовит сбить какой-нибудь урод на фуре? Охренеть! Не-не-не, спокойно, ты молодец, молодец. Я... Другой бы на твоем месте запаниковал, ушел бы в занос и угробил. Вот я чуть и не угробила, я... Да не, я просто задумалась, отвлеклась и... Все нормально, успокойся, отдышись. Я не понял, о чем ты задумалась-то? Да так, просто всякое на работе, ерунда все. Работа. Я просто думал, может, увидела мою новую нашивку. Новую? Ты что, намат? Стой, ты ушел из клуба? Я не ушел из клуба, я в жизни не уйду. Намат означает, ну, что я буду меньше участвовать в их делах. Я ведь тебя об этом не просила. Я знаю, знаю. Если бы и попросила, я бы сказал нет. Что, ехать-то готова? Да. В смысле, нет, но куда деваться-то? Так. Спасибо, что спасла мне жизнь. Ну, это всегда пожалуйста. Эй, а сцепление? Знаю я про сцепление. Ну, ладно, а еще? Дикон. Как думаешь, твои родители приедут? На свадьбу? Не знаю. Просто я думал, если я выйду из клуба... Мне кажется, им будет все равно, Дикон. Но ты им хоть скажешь? Ну, если хочешь. Но я не собираюсь меняться сама или менять тебя, только чтобы порадовать моих снобов родителей. Ладно. Осторожно! Да, вижу. Они не к вашей лаборатории поехали? Вот черт. А твои из клуба? Кто-нибудь из них приедет или они на тебя в обиде? Не знаю. Я думаю, никто из них уже давно не бывал в церкви. Тем более, ты же не хочешь, чтобы перед часовней выстроилось 27 Харлеев? Да? Знаешь, по правде говоря, хочу. Ну ладно. Мисс Уитакер вернулась. Что там такое? Не знаю. Мисс Уитакер? Да. Вас искал шеф, что-то срочное. Вечно срочное. Да, я уже иду. Понял. Надо бежать. Эй, стой. Прости. Ничего, наверное, просто пожарная тревога сработала. Я понял. Ну, не пуха. Ну, давай. А потом созвонимся. Эдди, ну извини. Забей. Эдди. Забей, Рики. Извини. Ну, зашибись. Допуск. Допуск. А? О'Брайен, это Дикон, ответь. О'Брайен, это... Да возьми ты уже рацию, падла! Сент-Джон, не ожидал тебя услышать. Да я сам в шоке. Слушай, короче, когда вы все валили, ты сказал, вы не берете гражданских. Только персонал Неро, федералов, людей с допуском. Так, нет, заткнись и слушай меня. Сара, моя жена, у нее был допуск.
На ней был бейдж с именем, когда я посадил ее вертолет. Но так, нет, нет, давай ты просто посмотришь. Сара Ирен Уитакер работала в Кловердейле. У нее был федеральный допуск. Она вела исследования какие-то фармацевтические. Да хер знает, что она делала. Понял, я поищу. Поищи, да, о, Брайан. Не забудь, ты мне должен. Да, да, конец связи. Так, я просто задумался, задание выполнено, и мы связались с Брайаном. Все-таки он надеется, что его жена осталась жива. Так. Эй, как думаешь, фрики? Хорошо, что у нас по заданиям? Давай посмотрим, что у нас осталось. Так, я помню, съездите в разоренный лагерь беженцев Нера, чтобы посетить памятный камень Сары. Ну, это там, где лагерь Такер есть, да? Охотник на зажженных и конец света. Понятно. То есть, это у нас... Кстати, можно, конечно, съездить еще к упокоителям, да, там покататься. Может быть, что-нибудь найдем. Так, а по поводу что-нибудь найдем. Так, это здесь мы шнуры нашли. Может быть, будет еще блокпост Нера. Может быть. Так, это нам вот сюда, да? Да, в принципе, мы можем, конечно, сейчас быстренько перенестись вот сюда. Кто-нибудь помнит? Давай я сейчас так и сделаю. Мы сейчас быстренько перенесемся к Таке. Сен-Джон, это О'Брайен. Как больные, Сен-Джон. О'Брайен, что у тебя? Только... Нам надо встретиться. Лоб. О, господи, О'Брайен, ты можешь просто мне сказать, что нашел? Она жива или нет? Я хочу кое-что тебе передать. О'Брайен! Координаты я тебе скинул. Встретимся там. Конец связи. О'Брайен! О, сволочь. Дик, тебя ищет Майк. Он сказал. Бухарь, слушай, скажи ему, я скоро буду. Мне нужно... Помнишь, я тебе рассказывал, когда Сара погибла, а Неро драпали? В общем, они взяли с собой только своих федералов и тех, у кого был федеральный допуск. Дик, ты это вообще сейчас к чему? Короче, может, я зря трачу время, но... Надо кое-что выяснить. Конец связи. Хорошо, это где? Встреча вот здесь, да? Встреча с О'Брайеном. Это лагерь Копленда. Кстати, по поводу... со мной еще хочет пообщаться Майк, да? Ну, вроде бы так пока сейчас не видно, что он хочет со мной пообщаться, но... Наверное, у нас откроется потом задание с тобой еще дополнительное. Так, давай, в принципе, я сейчас перенесемся в лагерь Компленда. И, в принципе, на этом мы сегодня заканчиваем с тобой прохождение Days Gone, жизнь после. В принципе, неплохо. Мы разобрались с упокоителями, разобрались с Карлосом. Если честно, мне кажется, очень даже получилось легко. Но это сюжет игры. Информация, О'Брайен. Что ты можешь мне сказать такого, чтобы стоило выслушать? Это Дик. Пустите. Дик, как будет время? Заскочи в лагерь. Надо поговорить. Привет, Рики. Да, хорошо, заеду. Конец связи. Короче, друзья, появляется целая куча сюжетных заданий. Еще дополнительно, блин. И О'Брайен, и камень Сары, и плюс Рики хочет пообщаться. И также Бухарь сказал, что и Майк хочет со мной пообщаться. Плюс дополнительно у меня еще есть зараженная зона, нужно зачистить гнезда. И, конечно же, блокпост Нера тоже обчистить, найти укольчик для себя, чтобы повысить способности. Ну и дополнительно, конечно же, может быть, там будет какая-то орда, которую мы должны разобраться. Не знаю, может быть...
Но следующая серия, конечно, начнется у нас вот здесь, друзья. Будем встреча с О'Брайеном. Он что-то хочет мне передать. Не знаю что. И попробуем вот здесь. Это объект исследования Нера. Здесь я должен просто перепрыгнуть через перевал. Я уже несколько раз пробовал, но может быть еще раз попробуем. Может быть мы с тобой как-нибудь перепрыгнем и сделаем укольчик. Так, по навыкам давай быстренько посмотрим, потому что я хотел бы, конечно. Есть 2 очка навыка. Так, 2 очка навыка. Давай я посмотрю, я что-то хотел прокачать тогда, очень сильно мне хотелось. Так, восстанавливать запас сил при получении урона. Да, неплохо, но подожди. Что-то я еще хотел. Живой бой, палач. По стрельбе что-то, по-моему. Да, увеличение боезапаса всех видов стрелкового оружия. Прокачиваем сразу же. Эта вещь очень будет классная. Теперь вы можете носить с собой больше боеприпасов. Для всех видов стрелкового оружия боеприпасы можно найти в ящиках, даже извлечь из брошенного оружия. Отлично. Увеличение проникающей способности выстрелов из стрелкового оружия, особенно по орде. Вещь очень классная, и я думаю, что надо будет прокачать. Качаем. Насквозь освоено. Теперь ваши пули способны пробивать цель насквозь и наносить урон противникам за ней. Идеально. В принципе, на этом все, друзья. С вами был Зальмакс Гейм. Сегодня мы играли Days Gone Жизнь После. Всем, кому понравилась сегодняшняя серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и не забывайте нажимать на колокольчик. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.